В отдаленных местностях Якутии началось досрочное голосование. Так процедура уже началась в Нюрнгринском районе. Члены участковой избирательной комиссии Енгринская совместно с наблюдателями от кандидатов и партий на вертолете облетели места стоянок оленеводческих бригад и родовых общин. Вчера уже проголосовало 29 человек. Причем кабинкой для голосования им порой служил вертолет, так как даже до палаток в некоторых местах было невозможно дойти по болотистой и труднопроходимой местности. Сегодня, 30 августа, досрочное голосование продолжится. Членам комиссии предстоит посетить еще несколько оленеводческих бригад и родовых общин.